Добрым утром, дорогие друзья. Начну с хороших новостей. Грузинское правительство наконец-таки сняло те ограничения, из-за которых на машине невозможно было проезжать на территорию Армении через Грузию из России. Получается, с сегодняшнего дня при наличии ПЦР-теста либо за 72 часа до въезда, либо сертификата о вакцинации, вы можете транзитом проехать через территорию Грузии и попасть в Армению. Значит, ограничения снялись по поводу того, что нужно было в течение 3 дней еще провести повторный тест, иначе штраф 4500 лари. Поэтому спокойно можете сразу ехать в Армению. Никаких проблем с этим не будет больше. Спасибо грузинскому правительству, наконец-таки, что они начали нас, армян, за людей считать. Потому что то, что раньше, вот этот год происходил, это просто катастрофа была. С 2020 года, по сути, нас в плену держали, мы на машинах не могли даже в Армению поехать. Спасибо еще раз я им выражаю. Сегодня, уважаемые друзья, у нас будет прямой эфир, мы будем обсуждать причину возникновения той ситуации, которая сейчас на Украине творится. Мы расскажем вам правду, мы расскажем вам пути выхода из этой ситуации. Сегодня я также расскажу о том, что несмотря на то, что ЕС въезд для армян на свою территорию открыла по просьбе Министерства иностранных дел Армении, но армяне на их территории после пересечения госграницы не могут находиться больше 2 недель. Поэтому знайте заранее, что вам придется покинуть их территорию, скорее всего, улететь в Армению. И хотелось бы рассказать о завтрашнем суде над Вартаном Гукасяном, который занимался вопросом возврата военнопленных, собирал списки настоящие, какое количество людей находится в плену. И вчерашнее выступление Арарата Мирзояна, когда он говорил, что там порядка 50 пленных всего осталось в Азербайджане, это абсолютная ложь. Сейчас в Азербайджане больше 1400 человек в плену находится. И пока они нагло врут, там на заседаниях ООН людей режут на органы, вы понимаете? Мы эту правду сегодня тоже осветим. В 8 часов вечера будет у нас прямой эфир. Поэтому заходите, делитесь моим видео, пусть все знают и хорошие новости, и те вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать. Спасибо большое за внимание.